перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежды с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. А я думаю, к 5 мы успеем. Вот. Хотелось бы, конечно, попозже, потому что 6 числа там бой Хабиба Конора, вся хуйня, типа. Но нет, день учителя. Ладно. Вот. Там, когда будете смотреть, как они дерутся, не забывайте обо мне. Помните, что вас где-то там на просторах интернета ждет ваш старый товарищ Алишер Катагирович с альбомчиком новым. Вот, и не забывайте об этом. Такая хуйня. И ни одного фита не будет. Только фит меня с моим гениальным сознанием. Вот так вот. Ой, блядь. Ладно. Я тебя тоже люблю тогда. Здоровье хуй знает. Надо сходить в больничку на обследование. Давно не был там. Не знаю, мне кажется, сдохну завтра. Но надо сходить. Давненько не смотрел, не проверял свое здоровье. А зря, блядь, кстати, вот. Советую вам, базарю, полезная тема. В Киев, да, вот по секрету вам скажу. Сейчас по секрету. Ну, где-то вот примерно в феврале начнется огромный тур. Городов 50, нахуй. Может, больше. И по СНГ тоже. Там Киев, не Киев, все будет. Вот. Но это так, я по секрету. Так что весной пизда вам всем. У-у-у. До кого в прошлый раз не доехал, доеду. А до кого уже доезжал, тем еще нормально будет. Пальма Гуфит, ну, как времечко появится, сделаю. Я же обещал, значит, сделаю. Вот, победитель-то давно уже найден. Как бы там конкурс до 30 июля, что ли, длился. Задерживаю, да, задерживаю, ну, потому что, ну, вот, ну, так вот, блядь, сложилось, извините. Но все равно оно будет. Че еще? Че надо, блядь? Привет, нахуй, пожалуйста. Окей, базару ноль. Везде разъебу. Где я, там шоу. Поняли? Где я, там шоу. Это в свое время даже поняли учителя в школе. Потому что я им делал всегда шоу. Они не понимали меня. Что еще? Что вам рассказать? Недавно к своей классной руководительнице в гости сходил впервые после школы. Подарил ей 30 тысяч в конверте. Ну, типа так. Ну, как благодарность. И, короче, это... И у нее эти деньги вызвали шок. Такой, ну, шок. Чуть ли не слезы прям. Так, ну, пиздец. Это очень грустно на это смотреть. Вот. Человек 40 лет, по-моему, преподавал. 40 лет. На пенсию вышел наконец-то.
И сумма в 30 тысяч приводит человека в шок. Пиздец. Чи, да, блядь. Но забавно то, что, короче, я знаю, что, знаете, в школе моей очень, ну, как бы, интересно учителя ко мне относятся. Был там один ОБЖшник, физрук, как его, короче, военной подготовкой занимался, такой мужик веселый, блядь. Ну, такой в возрасте лет 50, наверное, ему. И он всегда меня за длинные волосы, блядь, за подвороты, за узкие джинсы, нахуй. Всегда вот, блядь, я тебя сейчас постригу, ты, блядь, ты тёлка, блядь, ты же парень, ты же мужчина, блядь. Чё, пидор? С урока выгоню, бля. А недавно вот этот же, ну как, кто он, блядь? Не знаю, мужик. Он, короче, они там не верят, что я 100 тысяч сжег. Они между собой там такие, бля, он что, реально 100 тысяч сжег? Я-то, у меня-то есть контакты, я-то знаю. Я ж шпионю изнутри, бля. Так смешно это. Ходят взрослые люди, блядь, и такие, он, блядь, 100 тысяч там, 100 тысяч, он реально 100 тысяч, это настоящие были. Это, с одной стороны, все так смешно, а с другой стороны, это, ну, типа, грустно, пиздец. Типа, там люди хуярят, прям работают, ебашат, жизнь этому посвящают. И копейки получают. Ну, так вот сложилось. Сейчас у нас времечко другое. Сейчас у нас можно выбиться в люди вообще, как бы, ну, не имея нихуя. И это очень круто. Многие это не ценят. В СССР-то, да, наверное, там, типа, ну, рабов растили таких всех одинаковых. Все такие, всем одну и ту же модель жизни прививали с детства. Вот эта вот хуйня, как ее, типа, отучись охуенно, в универе отучись охуенно, найди работу пиздатую, заведи семью пиздатую, воспитай ребенка, бля, чтобы он у тебя отучился охуенно, нашел работу. И там, выйди на пенсию, и все, уже можно умирать, ты молодец, всю жизнь проработал, вот тебе часы в подарок за то, что ты там, бля, работал всю жизнь. Ну, что поделать, такое время. Увы. Сейчас все по-другому, сейчас все круто. Смотрите, лежит 20-летний миллионер. Вот. Который какой-то хуйней занимается. И неплохо так вроде живет, поживает. Такие хитрые глаза у меня, да? Как у лисицы. Не буду бриться, хочу усы себе. Большие, роскошные, пышные такие, блядь, чтобы вот так их хуячить. Вот так. И этот. Не знаю, думать. В зеркало просыпаться с утра, вот так стоять, смотреть. И думать, бля, усы. Не понял я, что за прикол про чи, да? Только сегодня допер. Выпал вообще из этого интернет-пространства. Сейчас тихонечко возвращаюсь обратно. Наблюдаю там, чё кого. Ну, пиздец, как всегда. Вот, бля, кстати, хочу узнать у вас спросить, у меня одного так или реально как бы сейчас уже вот нехуй смотреть на Ютубе, вот серьезно, нехуй. Я раньше мог там провисеть типа по 5 часов, по 10 смотреть просто охуенно, смотреть реально просто ебучие видосы. А сейчас пиздец полный, вообще некого смотреть. Некого, ничего, нихуя, ничего интересного. Очень редко что-то, может, одно будет, появится прикольное. А так вообще хуйня сплошная. Вот. Да? Ну вот.
Значит, это не только у меня. Нормально. Тогда ладно. Ну, благо, как говорится, есть я, да. Не дам вам скучать, не переживайте. Но с Ютубом на самом деле, наверное, все. Я закончу, нахуй. Мне не нравится это. Но вы не переживайте. Возможно, это просто новый этап. Новый этап в жизни. Я вас не подведу. Не бойтесь. Ок. Не переживайте только. Не переживайте. Как бы я же могу, ну, доставлять вам удовольствие ментальное. Не только на Ютубе, правильно? Ну, вас что, самих не заебал Ютуб? Мне кажется, заебал. Давайте расти, давайте меняться. Погнали дальше, дальше интересней. Еще столько есть всего неизведанного. Вас это не манит? Меня манит. И манит, и манит, и манит меня, манит. Так что не переживайте. Если вдруг скоро, там, как-нибудь внезапно, вдруг я решусь уйти с этого хостинга, YouTube, который, не переживайте. Вспомните вот это вот сейчас, что происходит, и успокойтесь. Вот. Потому что, как говорится, YouTube помойка, блядь, блогеры, мусор. Там серьезно стало очень скучно, и типа, ну все. YouTube этап жизни, все. Мне кажется, он пройден уже отчасти. Можно идти дальше и что-то прикольное придумать. А может нет, может нет. Может я до конца жизни буду снимать пародии и вот. Хуй его знает. Ладно, короче, пойду-ка я... Че?